Привет, друзья! Вы снова находитесь на канале iHouse Термоплюс, и с вами Олег Кузьмичев. И это пятая часть видео про строительство монолитного дома на северо-западе Москвы. Первые четыре части, смотрите, здесь вот подсказочка в углу. Можете посмотреть, как мы делали фундамент, как мы закладывали инженерные коммуникации. И уже в дальнейшем можете посмотреть вот эту последнюю, на данный момент, пятую часть. Все находится в одном листе. То есть мы собираем это как сериал. Это видео в формате 360 градусов, и как указатель вот эта надпись, куда надо смотреть, когда вы вертите камерой или курсором мыши влево, вправо, вниз, вверх. Ну, если вам интересно увидеть или послушать, про что я рассказываю, смотрите на эту надпись. Желательно смотреть это на персональных компьютерах, ноутбуках, телевизорах, так как вот маленькие телефоны, они не дают той информации, которую вы можете получить. Это как рекомендация. Монолитные конструкции стен первого этажа у нас здесь 150 миллиметров, за исключением элементов, которые, где у нас электрощитовая будет стоять, короткий участок стены 200 миллиметров, и есть небольшой, опять же, участок стены, где у нас будет стоять вентиляция, но это в котельне. Итак, сейчас происходит у нас вязка армокаркаса именно плиты перекрытия. Плита перекрытия здесь будет 200 миллиметров. Бетон будет марки 350, на стены здесь должен быть бетон марки 300, но заказчик посчитал, что там цена не очень большая разница между маркой М350, и он заказал на свое уже усмотрение бетон марки 350 именно на стены. Ячейка 12-я арматура, ячейка 200 на 200, но есть зона усиления. Зона усиления — там более частый шаг арматуры, из-за того, что там будут перегородки стоять на них. Из-за этого. То есть здесь стены первого и второго этажа, они местами не совпадают. Здесь также собирается канализация. Все это будет спрятано в тело бетона. Также здесь уже уложены футляры под освещение и дальше продолжение линий на стены первого, второго этажа. Будет дальше закладываться уже в стенах, когда будем вязать армокаркас второго этажа, будет прокладка футляров дальше в плиту перекрытия между чердаком. Не пропустите, смотрите нашу виртуальную стройку в формате 360 градусов. Ну, сейчас мы зайдем внутрь, единственное, там сильно много чего не увидишь, темно. Но я вам покажу именно, как выглядят футляры в теле бетона. Там уже немножко разобрали, чтобы вы реально посмотрели, как это круто все-таки выглядит. Потому что там, в принципе, перерезать трубки, вставляй под розетники уже в дальнейшем, проводку протягивай. Минимальный затрат на штробление, долбление и вырезку отверстий под розетники. Вот так выглядит футляры у нас в теле бетона. Давайте посмотрим вот здесь. Вот они так выглядят. То есть убран пенопласт. Вот выключатели. Вот у нас здесь выключатели, вот еще выключатели, такие ниши. Здесь еще вон закладки есть заложены. Выйдем немножко на свет, чтобы здесь лучше было видно. Вот у нас выключатель. Здесь вот еще один. Вот еще один. Вот так выглядят стены монолитного железобетона после снятия опалубки.
Здесь у нас колодец лестничного марша. И вот выпуски арматуры уже под лестницу оставляются. Сейчас происходит процесс установки балки по уровню с помощью нивелира и рейки. Также можно посмотреть, у нас уже уложены здесь футляры с подрозетниками для освещения. Вот так происходит установка горизонтальной опалки плиты перекрытия по уровню. Дальше можно еще ее устанавливать с помощью лазерного нивелира. Также сверху можно стучать, поставили лазерный нивелир, и с обратной стороны полутюб можно также просматривать. Вы увидели краткий обзор строительства дома Пепчи Комфорт Класс на северо-западе Москвы. Так что подписывайтесь на канал, не пропустите следующую серию. Мы будем заливать плиту и дальше продолжим строительство дома в формате именно 360 градусов, виртуальная стройка. Всем пока, не забывайте ставить комментарии, пальцы вверх. Кому нравится, можете ставить вниз, это ваше право. С вами был Олег Кузьмичев, до новых встреч!